Привет, с вами Кенни, и сегодня мы продолжаем проходить моносерию в Need for Speed No Limit. У нас Ким нам говорит то, что у нас есть награды, за что я не знаю, но она дает нам $5000, ну или рублей. Так. Нам предлагают чертежи купить, но мы не будем их купать. В общем, зайдем, заберем наш кейс и ограниченный контейнер. 32 часа. То есть, тут чертежи, что ли? Ну, я думаю, посмотрим, купим один. Только в конце ролика. А бесплатный, кстати, золотой когда будет? Через 4 часа. Ну, это уж очень долго. Так, ладно, берем классический один. И задняя пластина. Повезло. Повезло. Так, хочу сразу сказать, что я уже погонял, попроходил парочку гонок. Так, и чаёк. Так, значит, комплекты улучшения всякие. И, собственно, сейчас проедем вот эту вот гонку два раза. И заберем наши награды и, собственно, уже в моносерию. Мы чувака отрываемся очень хорошо от этого меца. У нас 271 РП, у него 224. Ну, короче, большой отрыв, очень большой. И это не может не радовать. Ждем нашей загрузки. Так. Загрузились. И начинаем нашу гоночку. Догнать и выиграть. Ну, без проблем. Трамплин. Нет, не здесь трамплинчик. Так, пока что просто будем вот ехать, да? Сейчас вот выйдем лифтом в поворотик. Так. Будем подъезжать и дрифт. Ну, дрифтуй! А что такое? О, сейчас дрифтует. Он использовал нитро, мы тоже будем использовать нитро. Будем его догонять. Так. Даем дёру. Вот так вот. Ускоряемся. Финиш! Оторвались, можно сказать, на последних секундах. Точнее, догнали. Блин, ну $1000 мало. Так, значит, маховик и комплект улучшения. Так, сейчас пройдем второй раз. Раз у нас два билета, то, собственно, два раза и заберем. Сейчас... час пик. Вот час пики я люблю больше всего. Потому что, ну, 4 человека. А, нет. Тут уже 3. Ладно. Volkswagen у кого-то Toyota. А у меня Ford. Просто Ford. И опять же у меня больше РП, чем у них. Ну, по крайней мере, больше, чем у Дан
Дан Ахма, этого, который на третьем месте. Так, загрузились. О, это этот Toyota была. Розовая Toyota. Нормально, в принципе. Так, ладно. Сейчас догоним. Сразу подстраиваемся под первого чувачка, чтобы набрать скорость и войти в слипстрим. И получать очки. Поворачивай. Что такое? Вот, слипстрим. Сейчас накопим нитро. Так, ну, ускоряйся. Тоже ускоряемся. Копим еще слипстрим. И обгоняем его. Обгоняем, я говорю. Так, копим еще нитры. Используем. А то сейчас накопим на максимум и просто никуда потом. Во! Как раз потратил только что. И еще раз потратим. Ну и можно задрифтить эпичненько. И все. Победа. Побольше, надеюсь, дают. Да. 1300. Но все равно мало. Вот когда 2 дают, вот это уже много. Так. Теперь у меня 2 комплекта улучшения и 2 маховика. Так. Собственно, выйдем. Еще раз выйдем. Потому что мы уже проехали. И идем в моносерию. Сейчас. Субару я так и не прокачал. А вот Мазду я уже прошел наполовину. Не на запись. Чтобы дойти до более сложного уровня. Потому что то, что я ездил, там у меня РП горело зеленым цветом. То есть это было легко. Но теперь уровень сложности повысился и будет, ну, хоть немного интересней. Так, сейчас, получается, мы доедем. И надо будет уже качать нашу Toyota или Subaru. Лучше, конечно, Мазду или Субару. Лучше, конечно, Субару, чтобы уже пройти до конца. Ведь начал я с моносерии Субару, а уже как бы забил на нее. И проезжаю моносерию Мазды. И это нифига, блин, не круто. Так, идеальный старт. И погнали. Сразу под второго подстраиваемся. А, здесь надо... Блин, мастер прыжков. Ладно. Но все равно. На таком расстоянии не копится он. Слепстрим. Вот только... Окей. Так, входим в поворот. По чуть-чуть нажимаю на поворотник, чтобы... Окей, не по чуть-чуть. Так, под этого подстраиваемся. Так, чтобы не врезаться, отъезжаем. Начинаем опять. Куда? Не в ту сторону дрифтуешь. Так, подстроились. Дай мне место. Еще. Ага, круто. Еще прыгаем. Дрифтуем. И мы уже так... Ну, на 50 метров это... Да, 50 метров. 50 метров, и мы уже в отрыве. Так, ну, начало было, да, самым сложным. Потому что там надо было вот обогнать, я не хотел врезаться, чтобы скорость у меня не сбавилась. Ну, а сейчас уже прям, изи, Не взяли, но окей. Там не взяли, окей. Возьмем здесь. Нитра. И финишируем.
Так, уже 2К монет. Да. Две тысячи монет. 17 левел, кстати, у меня. Я открыл турниры, но там идет соревнование. Я не могу в него вступить. Точнее, участвовать в нем. Поэтому придется ждать. Так, час пик. О, уже еще сложнее. Думаю, вот доедем до последней гонки, прокачаем нашу Субару или Мазду. Лучше, конечно, Субару, опять же. Откроем, если у нас время достаточно прошло, то откроем бесплатный классический набор и купим, собственно, ограниченное издание. Потому что, ну, оно реально ограничено и... 90 золота, ладно, так уж и быть... А, нет, 120, так уж и быть потрачу. Мне его некуда тратить все равно. Оно у меня лежит, да лежит, как бы... Топливо я полностью не трачу на гонки. За золото ничего такого не покупаю. Поэтому оно лежит, да лежит. Так, у чувака тоже Мазда. И сейчас он ускоряется, и мы за ним. Если он, конечно, ускорится. И по сути, ага. Вот, сом, друг. Так, а теперь легонько. А, нифига не легонько. А, хотел вписаться в поворот, и на тебе, блин. Сейчас впишусь. Ага, так, ускоряемся. Еще не три маленьких копим. Еще. Уходи, уворачивайся. Ага, круто. Нет, зачем? Чем я дрифтить начал? Кто меня знает. 80%. Можем сейчас, походу... Нет. Фак. Проиграли. Ничего, ладно. Сейчас переиграем и, собственно, что-то зависло. Ау! Вот. Сейчас, короче, переиграем и дернем его. И все, ребята, победа. О, блин, я не мог с первой попытки потом его победить. Тупо не мог, он меня перегонял примерно на середине. Тех же 80%. О, но все же... Победа. Я 3 топлива потратил аж уже. Так, ну ладно, ничего. Главное то, что мы победили. Реклама. Все, последняя гонка и чертеж машины. О, это хорошо. Я как раз прокачаюсь. И это на время. Но на время вообще легко как бы. Тупо часто использовать нитру. Ну как бы все. Особо-то и ничего не надо. Так, ждем загрузки. Вот и прошла загрузочка. Так. Ну что? 3, 2, 1. И погнали. Как всегда, идеальный старт. Хотя, не всегда у меня было. Где трамплин? Вот трамплин. Так, пока месь... Нет, уже пора разгоняться. Я так думаю. Потому что 20 секунд. 23, ладно. А мы только, блин, набираем скорость.
Так, надо побыстрее ехать. Потому что можем не успеть. Три секунды, успеваем. Все. Прошли гонку. О, как четко, ровно. 1-1-0-0. Так, и новый уровень. Что нам дают? Золото, топливо. Особо ничего хорошего особо. Ну, хотя, ладно, топливо. Я там потратил знатно. Ну, а золото, как бы, я уже говорил, некуда мне его тратить. Ну, в общем, забираем наши наградки. Я еще пол-левела сейчас апну, да? Ну, да. Так, и идем прокачаем машинку. Могу я? Нет, не могу собаку прокачать. Ну, ладно, ладно. Мазду тогда, собственно. Сейчас у нас, да, сейчас у нас будет новый двигатель. Ура, так сказать. Вот как раз, а если бы я не поехал за тюнингом вот этого вот всего, я бы мог тогда и особо не получить движок этот. Ну все, у нас теперь он прокачался, можем мы еще поставить маховичок. 370 РП. Ровно прям, четко. Забираем еще награду. Так, и теперь мне даже аж интересно стало, могу ли я теперь участвовать? Не могу. Не хватает 25. Ну окей. Нам еще много так там на серии проходить. Но мы их всех пройдем. Точнее, все. Ну или всех. Короче, все пройдем. Так. Да, забираем наш бесплатный наборчик. Что же нам выпадет? Чертож? Да, угадал. Вот прям... ванговал. И один за 120 покупаем. Такой серебряный вот прикольный. И открываем. Там одна карта, да? Одна. И это три чертежа Ford Fiesta. Ну, давайте купим еще раз. Чуть меня аж потянуло. Открываем и... новая бивика, блин. 100. Теперь я могу дважды участвовать в испытаниях тюнингом. Потому что там можно было еще и... ну, можно было, точнее, еще и на вот этой вот BMW-шке ездить. Ну, точнее, участвовать. И получать другие призы. Поэтому это хорошо. Она, правда, как какой-нибудь Жигуль. Блин. О, новая бум-бум-бумера. Моносерия открылась. Как раз. Еще одна. Так, коробку передач прокачаем. Вау. Здесь нужен. А, нам и на ЭБУ хватит тогда. Ну, материалы. Ну да. Потому что в ЭБУ вал не нужен. Так, все. Прокачались. Ну и мой автопарк уже более-менее, если вот так смотреть, то все машинки разблокированы. Ну а если вот так уже перейти, то не хватает парша мне. Так, сейчас посмотрим, можем ли мы сейчас проехаться. Нет, не можем. Хотя могли бы вот эту, да? Да, вот. Могли бы. А здесь нам Toyota Supra нужна.
Ну, в общем, машина другая. Вот такая вот у нас серия получилась. Надеюсь, вам понравилось. Ну и, собственно, с вами был Кенни. Всем удачи. Всем пока.